Смена меняется, и очень важно двигаться вперед, говорит директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Александр Страдзе. Во время рабочего визита во Всероссийский детский центр он посетил строительную площадку современного спортивного комплекса с 50-метровым открытым бассейном. Отдельный зал, оборудованный специальными тренажерами для пловцов. В бассейне вместо привычного покрытия плиткой цельнометаллическая чаша. Узконаладка прошла по малому кругу. Сейчас заливаемся заливом воды. То есть наполняем баки, которые находятся внизу. Ну, мы вниз еще пойдем, посмотрите. Чаша закончена полностью. В планах руководства смены сделать спортивный комплекс круглогодичным и снизить затраты электроэнергии на обогрев воды, возвести крышу над бассейном. Александр Страдзе побывал на образовательных и творческих площадках для сменовцев. В комфортной атмосфере сменовцы могут почитать учебную и художественную литературу в библиосмене. Музей олимпийской славы, как мы его хотим назвать, для того, чтобы все спортивные заслуги. Вот нам олимпийские чемпионы, которые приезжали на открытие, они передали кто-то знак, кто-то свою форму, кто-то книгу подписанную. Хотим эту традицию продолжить дальше, чтобы они, каждый, кто приезжает, какую-то частичку себя оставлял. В интернет-центре 64 компьютера, где занимаются юные программисты, детский пресс-центр и авторы IT и бизнес-проектов. Затем гость и директор ВДЦ «Смена» посетили открытие фестиваля «Культурная смена России». Участники – известные детские творческие коллективы страны. Это, конечно, праздник для всех нас. И мне хочется вам пожелать, чтобы в самом начале нового учебного года у вас, на вас обрушилось море успехов, удачи, чтобы вы были действительно счастливы от того, что у вас есть такая великолепная возможность сегодня и отдохнуть, и поработать, и научиться еще дружить, научиться любить, научиться делать так, чтобы в этой стране всем нравилось жить и чтобы все были счастливы. Мне бы хотелось пожелать, чтобы каждый из вас стал, не знаю, как минимум там оперным певцом или там, балерины и достиг самых-самых больших высот жизни. И, конечно, спасибо большое руководителям творческих коллективов. Спасибо, что любите и не забывайте смену. Смена всегда вас ждет. Победы всем! Александр Страдзе отметил, что в смене работают дружные педагогические коллективы и появляются новые образовательные программы. Появляются новые здания, появляется новое оборудование, появляется оборудование современное, здания тоже современные, и совершенно по-другому играет пространство, которое в этих зданиях оформлено. И мне кажется, вообще очень важно, чтобы все ребята, которые здесь приезжают, чтобы они понимали, что это все для них и что им здесь удобно. Вот мне, например, сегодня я прошел, совсем немного был в смене, и мне было очень удобно. Я думаю, что ребятам еще удобнее. Затем прошла встреча с тренерами и учителями физической культуры, приехавшими на президентские состязания. На встрече также присутствовали директор ВДЦ «Смена» Евгений Нижник, советник Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Миноборнауки России, чемпион мира по подводному плаванию Андрей Сизов и заместитель директора Федерального центра физического воспитания Ирина Кашеварова. Президентские состязания – один из самых масштабных всероссийских спортивных проектов. Здесь 80 субъектов России. Это значит, что ребята, приехавшие с Курильских островов или с Камчатки, они могут увидеть сегодня Черное море. Может быть, они его видели и раньше, но они никогда не были на президентских состязаниях в таком составе. И это уже очень большое завоевание. Мы можем с вами всю страну объединить вместе на площадке этих состязаний для того, чтобы ребята и померились силами, и померились знаниями, навыками. Как реализуется проект развития спорта в сельской местности или создания спортивных клубов, как усовершенствовать систему проведения президентских состязаний. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Также учителя высказывали свои предложения – организовать всероссийские соревнования школьников с ограниченными возможностями, создать методический сборник упражнений для президентских состязаний. Уже пришло время поизучать разные модели школьных спортивных клубов и тиражировать опыт лучших для того, чтобы посмотреть, насколько это возможно сделать. Потому что вот наш проект, проект «Президентские состязания», я считаю, во многом опирается именно на развитие школьных спортивных клубов. На этой встрече обсуждали самые разные темы, от актуальных проблем финансирования спорта до слов благодарности в адрес министерства и центра «Смена». Организация проходит на высоком уровне. Судьи, члены судьи, секретари вежливы на все вопросы, которые возникают, они отвечают, помогают, как могут.
Нам нужно, чтобы занятия для ребят мы делали интересными и чтобы создавали условия для того, чтобы не только ребята мерились силами друг с другом, но и прежде всего преодолевали сами себя. Наверное, очень важно, когда ребенок в прошлом году, приезжая, еще не умел подтягиваться, а в этом году подтягивается целых 5 раз. Для него это, конечно, большое достижение, а для педагогов это тоже большой успех.